Вот сегодня аншлаг получился какой-то. Вот смотрим. Сейчас чуть полирнем, посмотрим, что тут прочертило. Одна машинка в другую. Самое интересное, одно дело глазами видно, а другое дело вот так. Как техника сказала, да? Да. Ну я же уже в магазине толпу носил, Сереж. А сейчас фотографирую, увеличиваю на фотоаппарате и читаю. Вообще проблем нет. Да? Не состав, а даже наш продукт. Что? Вот дверца наша многострадальная. Особо страшного, конечно, ничего нету. Но и радоваться нечему. Залом на заломе. Вот она, складка на рубце. Здесь тоже в углу сложилась. То есть досталось дверки прилично. Шишки, ямки, складки. Будем потихоньку разбивать. Сначала, конечно, забиваем все шишки, переразбиваем вот этот вот заломчик чуть по-другому. Вот чуть его вот сюда в торце надо подбить и здесь переразвязать, и потом пытаться дергаться. Вот такая картина маслом. Вот, детали снимать не буду, потому что у меня нет на это времени. Вот такая красота. Ну вот, частично, так сказать, подвыправилась. Конечно, вот это вот что, квадрата не уберешь никакой полировкой глубоко. Ну а здесь уже как бы подвыровнялось. Здесь на конту пришлось понасиловать, но тут вот до сюда вот, вот так пластик стоит. Вот по вот этой части. Ну, надо было выгинать. Вот. Что делать? Вот еще тут дорабатывать и дорабатывать. Вот здесь провальчик такой приличный. Пробивать и поднимать. Ну, уже как бы дверь на дверь похожа. Вот. Здесь залома нет, здесь залома нет. Здесь вот этот угол был проваленный сюда. Так что... Работа движется потихоньку. Вот она ямка. Рядом вот она шишака. И тут тоже еще надо поправлять. Так вот продвигаются потихоньку дела. Здесь, конечно, на конту, где сложилось, ничего не удалось мне красиво сделать. Ну что, тут, в принципе, по вот этой кромке все равно пластик стоит, поэтому не страшно. И то он даже тут слабо-слабо виден. Это в лампе так видно, а потом будет нормально. Так, посмотрим в линиях, что у нас получается. Здесь еще неровность, неровность. Значит, здесь. Тут более-менее, конечно. Ну, под покраску пойдет по-любому. Тут, если перетереть, как бы уже оно под грунт выйдет нормально. Вот здесь еще немножко надо подработать, поднять. И вот здесь. А так,
И вообще, после всего, что произошло, вы просто обязаны нам не жениться. В принципе, нормально. Сейчас еще чуть доработаю и пусть ребята берут и красят. Тут немножко и этой дверки досталось. Вот видно. Здесь и здесь вот чуть. Здесь чуть надо поднять и чуть пробить. Чтоб не шпаклевать ничего. Хоть это и под покраску я делаю, но все равно надо подаккуратить. Вот. Тут недолго осталось. Тут пару раз дернуться, тут уже почти подпробилось. Вот видно. Только поцарапанное что. И вот здесь вот кантик. Вот. Попытался пробить сейчас еще. Так, в принципе, нормально. И здесь дернуть. Я выдерну кусочек. Тут можно, конечно, еще сейчас я поставлю. Вот здесь дальше выдерну. Здесь видно ямочка. Еще. И потом забить это. И все, можно красить. Вот. Сейчас посмотрим, что тут получается. Да, все нормально. Выдернулось то, что надо было. Сейчас разбить эту шишечку. И все. И хорош. Ладно, все. Всем спасибо за внимание. Вот мы видим по канту. Тут ребро выскочило, вот оно. И оно, в принципе, вот прекрасно забивается, вот видно. Так что можно здесь подаккуратить, раз такая возможность есть. Вот. Потихоньку, помаленьку двери превращаются. Вот такая вот красота получилась. Чуть еще пришлось вот здесь припалиться феном, чуть приплавить, чтобы не было заметно так сильно. Ну вот такая вот канитель получилась. Просто выбросить и все. Ну довольны вы? Да. Не зря? Не зря. Ну вот. Все, отлично.